Ого, зачем тебе такая огромная свеча, нож и все эти продукты? Сегодня день, когда я наконец смогу навестить свою жену. О, я не знал, что ты женат. Почему никогда не видел твою жену? Пока мы можем встречаться только 4 раза в год. Только 4 раза? Почему вы не живете вместе? Однажды обязательно, но сейчас у нас есть обстоятельства. Ну, мы можем влиять на обстоятельства. К сожалению, не всегда. Иногда мы уже не можем быть со своими близкими в этом мире. Чтобы не терять с ними связь, у южных славян есть специальные дни. Задушницы. Стол накрывают прямо на могиле, кормят мертвых и оставляют им подарки.